Только пусть сначала танк отвернет. Ну да, я сказал, пока она сядет, только тогда. Махните лапу. Чек нам пол. Спаска на руку. Заряд нет. А, добра. Слишком дорого стоит. Котетка, конфетка. Тут. Котетка, идешь в гильдию или нет? Если готовы, погнали. Кстати, нам бы кот не помешал в РС. Что у нас котов вообще нету в гильдии. Кулак поваром дайте. Кулак бедный. Да, не, онлайн не важен, просто плюс они и все. Давай, Дукстай. Так, смотрим. Так, аура ничего не дает. Ну, в смысле, не замедляет. А ну, похлопайте немного, немного сейчас. Сейчас я посмотрю. Поставь ровно себе, пожалуйста. Убирай Дукстай, убирай Дукстай, она замедляет. Да, жаль. Блин, если бы не замедляло, было вообще четко. Не тяжко смотрим. Бежали. Все нормально, похлопали, пацаны. Ивен, поднимай Аркашу, Тангра, диплома. Стали, забафались. Метки вперед. Дистанцию держим. РДЦ, щитуй метки сразу. Видишь, там 6 человек, сразу щитки кидай. Слева падает далеко. Глыба до 200 тысяч без дот. Кралька, СС кинешь на Тангру. И на Войда. А на Войда Аркасия. Слева падает. Подбивайте центральные глыбы. Быстрее. Люди умирают. Везло. Даю рост. А глыб, кстати, тоже обморожание должно стакаться. Глыбы, да? Оно раньше стакалось, а сейчас что, не стакается? Нет, я столько раз... Я давно... играл, ну давно играл, очень много стакалось раньше, но это, наверное, год назад, ну, тяжко. Смотрим, притяну. Давай, мастер аур, у кого аура налет. Почему вы так проседаете? Либо кто-то хлопает, либо кто-то не хилит со мной. Бафните лапу и кулак и лапу и каску кулаком. Так, я завис, короче, сейчас с телефона зашел и рейти под красами. Я там умер уже? Нет, пока. Нет, еще. Ну все, уже шли. Лево близко. Все, тогда бейте без меня. О, не, я еще жив, пишет. Подбивайте глыбы по цели. Не заходи, не заходи пока. Уже поздно я захожу. Сейчас посмотрим. Слева близко. Левую крайнюю глыбу ФД. Слева близко. От ТД глыбу сильно. Ну все, в глыбу сильно бейте. Я встаю сам. Что за дерьмо? Два человека умерли. Войд, подымешь Поклонского. А стоп, подожди, енот, тут есть БР? Енота подымай, енот подымешь Поклонского. Блять, кто? Ну кто? Зачем вы, блять, поднимаете? Два БР, одного тела. Давай.
дайте просто бах лапы бежали. Покины рекорды без залили. Так, все метки под боссом несу. Иннеры звезды. Под босса дуделка. Велики отбежали в звездочку, срываем метку свою. Бучит под босса. Телфиш под босса. Метку не бить, стоим звезде, скидываем стаки под тяжку. Отбежали. Жопа бегал. Бить метку. Он для под босса кожу пробьет. Велики отбежали. Велики отбежали. Блять, сука, вы чё? Офигели. Это будет ГП, если мы не убьем. Орик, его ручка. Влево у нас и белка, влево. Нет, только так. РПД слева нет, пошли. Оптимус, давай гимн отхил быстро. Так, круг прожми поклон. Криворучка под босса. Велики отбежали. Алик нет. Пустились левее. Босса из Европы прохилился. Класс, прохилился. Хилится по конку, он пока стаки не скинул. Конского прохилился. Дайте гимн на хп, у кого есть. Дайте гимн. Все, у кого есть. Делка гимн на хп, выноси метку под босса. Кто-то хлопает. Падаем. Покажите урон по союзникам. А ну-ка весь давай. Ниже там дальше нет смысла, там меньше 50, это по себе не можно набить. Трой фазы? Не, нет, я ж не сбрасываю. Можно было себя не захилить, но Тайзенрота, блин, он умер в метке. Поэтому мы вайпнулись. Покажите, на ком была освобожденная магия. Котетка, идешь в гильдию или нет? Просто на мод стаков было много, 30 тысяч склеп прилетает. Он умер до склепа. Сейчас. Значит, за глыбой не стоял. Сейчас буду пулить, то есть так это освобожденку буду кидать по 500 гп. Сейчас умерли из-за того, что метку не захилили. Ну, ее нельзя было захилить, там 30 тысяч ваншот. Он умер, потому что на нем было 5 стаков. Таинственная магия. Дайте пристабав сейчас на шамана. Да,
значит 10. Значит, он за глыбой не прятался. Ладно, котятка, спасибо за рейд. Сейчас зайдет второй код. Короче, кто-то ебанул освобожденной магией и при этом не захилил. Но я не мог хилить, а отбегался освобожденку назад уже. Че, Грифит, заходишь? Да, захожу. Да 2-3 стака вон сейчас проверим. Тебе 5 никогда не наберется. Все за каждой глыбой скидываем. Да, никогда не набирается 5 стаков. Знаешь, одна метка была проебана. Они не понимают просто. Да? Каждые 6 секунд кидается тексная магия. А глыба? Сколько сейчас? А, да, я забыл накинуть ГП за метки. Там где тут? Ветико помогаем. Шесть. 10, когда все хилы без освобожденной магии. 0, когда все хилы с освобожденной магией. Все. Пускаем носа. У Ченгера вроде игру есть. Там грисова. Согласен. Потом это обыграем. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордфола. Листомаг, дайте еще раз. Метки. Поклонски ловишь босса. Пиздата, бля. 10% мага. Коги мне на КД. Слева. Да, волнуешь маны по спамте. Да, именно по спамте. Да в любую цель от пробуждения захилиться. Да, везет, сейчас ей перебежали. Метка сзади. Сливайте метки.
метку спавнил. О, это так лучше вообще никогда не делать. Так, даю рост. Давайте, нам надо снести сейчас 15 лямов. Чтобы перевести. Давай. Ну давай там, есть время, типа. Приврочка 15 старков сейчас умрет, смотри. Посмотри на звезду, а, скинул стаки. Давайте. Сколько у нас секунд? 10 секунд просто. Давайте, влились. 3 хила освобожден как раз. Почти перевели. Гимн ман. После крытья, а после взлетки. Вперед, метки. Спрятались. Слева, сзади падает. Бежали заново звездочку. Но до 200 тысяч без лот. Крайний справа, там 300 тысяч. Сливайте все метки справа, особенно слить. Как мы переводились за одну взлетку? У вас 5 гирей, вы помните? Я помню. Хорошие времена были. Царство небесное. Это было в этом году. Метку вперед. Метку вперед. Сейчас тебя откинет хвостом и нам пизда. Метку сидеть. Джерио надо было под метку череду жать. На притяжке еще вообще зашибись, наверное, было бы. Мы отошли, мы велики. Спрятались за глыбу. Нихера себе, 42 тысячи. Сливайте метку. Керс подбросил. Велики отошли. Великие отошли. Никогда не иди вот дугой линии какой-то влево, там вправо. По прямой линии иди, плевать на этих миликов. Они получат ГП за это. С подброса. Слить метку. Подброса войд. Прожми сакру, хилы с освобожденной магией. Хиль поклонского, шаман. Я два стака набираю. Здорово, подбросы. Милики отошли. Бля, забыл про петя. Давай сакру, мастер аур, подлет, если есть. Под босса. Милики отошли. Сливайте. Милики отошли. Сливать метку. Чё так бьет сильно? 50 тысяч ДЦ. Ты кидай щитки на людей с метками, ё-моё. У меня нету щита. Под босса неси. На ховара метку, этот щиток кидай. Не вижу бафа от щитка. Поэтому мы много получаем урона.
Следующая метка под босса притяжка. Ну, нормально. Давай, еще пяток на меня кидай, на мне нету дебафа. Снова не кину. Это жрём, блядь. Метку не снимайте. Блядь, ну дауны, наверное, какие-то. Под босса метку. Наконец-то свободно. Нихуя, Талик. Хотя да, вертру, а стоп. Я не знаю, кто лучше дамажит, енот наркот или ты, Палик. А, слышь, Джерион. А ты, Джерион. Блин, Талик уходит с 2 PR. Оптимус. Серьезно? Оптимус. Талик уходит с 2 PR. Джерин. Чё? Ты на кого ИП будешь получать, на Робу? Ну да. А, ну окей, у нас... Блядь, сука, у нас связаны, блядь, персы, ты сейчас на моего Вара ГП получал, пидорас. Ой, 100 ГП. Лол. Я же говорил, иди в ФДК. Свет родит, жесть. Наталик 2 ПР был. Завиватель. Я понял, дуделка. Пока. Так. Кто еще не получал печеньку? Истерика получал. А, ну ж по ИПГП забыл. Поклонский получал печеньку, нет? Пиздец, Джерин, 49 PR у меня теперь, ебать. Было сколько? 56. Так, что ты гонишь? Было 51. 56 было. 54 было. Кто там печеньки просил, напишите еще раз. Не-не, есть видео, там 55,5 было. Да, был 2 ПР. Нет, я вообще, пацаны, в шоке. Редриком залетел в гильдию, первый раз пошел, 10 осколков, плюс печенька, ушел довольный. С собой первый раз залетел, Алекс сразу забрал. Вообще охуеть. Давай рекламируй там гильдию, вон чат. Ты че, я уже своего кента всего затянул. Весь Барнаул будет играть у вас, блядь. И Берск подлежит. Бля, Джерин, может ты за СЛК на кого-то другого СИП накинешь, а? Могу на другого, но не пох. Да, снимешь тогда мне бибов ГП? Не. Бля, ну тогда получай, Джерин, уже навары, чё нахуй. Вот так вот с Джерином персов связывает. Енот, ты обсади. Чендлер, Вердру, Тангров, Сову. Или... А, нет. Давай, енот, Вердру. Чендлер, кота. Тангров, Сову. Так, нам надо два. Так.
подожди, СС надо два человека найти. Допустим, один есть. Значит так. Постану. Чек на АФК. Расскажу пока. Если Гвал 10 гели, точно такая же. Так, постану. Кружок с криворучка, ромб с алфишмарон, трусы поклонский. И так станете по КД все время. Если у вас хватает вальки, я диплому Чендлеру, Войдмисту говорю, кого застанете, поставьте шкаф. Так, ДК служами, да? О, у тебя нужен. Скачаешь уже потом после следующий раз, ладно? Сейчас просто Энах зайдет, тогда уже не надо будет. Так тут и так два ханта и сколько этих. Две совы. Там за звездопады должны ложиться валики. Два ханта и сову хватает дальше. Разбойник в каждую бьет. Ну, разбойник умер. Хилы дно, блять, ГП нахуй. Ну, улетел на ловушке дальше. ГП нахуй. Ничего. Можно вайпаться, потому что в 24. Понятно. Ну да. Давайте шкаф. Это что вы обсуждали? Так, давайте... Это я Зенрод хилит хорошо танков, я и так плохо хилю. Да, реально. Все, давайте фубов порейду. Будем Мелизона в квадрате, РДД в звезде. Так, у нас не с нуля чин... Чек. Вот там этот мясорубчик. Пизжельный чарс самогон напишет. Оптимус, енот, наркот. Подождайте сумму, погнали уже. Енот, наркот, ты готов? Все, запускаю. Енот, наркот, ты в другую сторону иди, там РТД зона стоит. А лап... ПССом скажи. ПССом? Давай ты кинешь на переходке на БДК, остальные СС побережем. Проклятие кидайте тоже на, с первого босса. Фуга. Первая фаза. Я диспелю. Я быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Ну, сходи в рейд там, где присты диспелят. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я буду слушать. Нужно было мишкой тончить анхайс. Ну, да.
который не улетает никогда на все вальки. Лапу, бафните. Кресты. Блять, кресты. Ты хотел сказать, почему не бафнут? Интересный вопрос, интересный. РДД в звезду. Процентаж забыл выставить. Будете мне подсказывать. Чума 3 секунды. 1 секунда. Пеклонский. Нормально. Смотрим ловушку. РДД ловушка. Блин, как без ДЦ проседает рейд на заражение? Это жесть. Как я это не люблю. Ловушка, смотрим, 3 секунды. Звезду встали. РДД ловушка. Звездочку. Чума 3 секунды. Оптимус. Ловушка 2 секунды. РДД ловушка. Звездочку. Ивент. Иннер Кордуби. Войд. Надо потом. Ловушка, смотрим. Сколько процентов? Милики ловушка. Чума 1 секунда. Ловушка, милики. РДД, смещайтесь в портал. Сколько процентов? 79. Ретрики, дайте каплю на БДК. Она протопала. 73. 72. Чума, 1 секунда. Аркасий, чума. На край все идем. Истерика, давай гимноману. О, блин, я так с ДС не привык хилить. Без ДЦ, точнее, трей так проседает. Просто пиздец. Хорошо хитя на второй фазе, енот, наркот и миса, потому что это жопа просто. Войд, Чендлер, Иннер, Айзенроту. Ивент вне ПКД. Че сугурец ставишь тотем? Блин, я забыл. Присты бейте взрывом разума. По-моему, у одного ретрика не вкачан этот баф. Что-то по манее просил. Почему? Да, не может быть такого. Не может быть. Блин, бас каманы мне. Фурики добивайте, РДД добивайте, Илюха. Становимся звездочку. Криворучка, кружок, селфиш, марон, ромб, трусы, Поклонский. Ставь тотемы. Бля, он не может... Бля, два рестер шамана. Прожмись. И... Осквернение смотрим. Истерика, прожимай гимн на отхил. Гимн на отхил жми. Все вальки сыграли. Даю рост. Бля, три шамана схватили. Давайте опять звезду встали. Вот сюда. На первых вальках будет осквернение. Осквернение выносим к порталу. Весь рейд отходит к трону. Кружок, криворучка, ромб, селфиш марон, трусы. Поклонский. Смотрим, вальки разбежались, звезды отбежали, отбежали, места осквернения. Вальки играем через кружок, трусы, тотемов нет, каток лейте, ханты каток льем под трусы. Давайте, трусы еще 200 тысяч надо, кружок замедлить, кружок 200 тысяч.
центра все вышли. Осквернение смотрим. После осквернения в звездочку идем. Давайте в звезду. Криворучка, кружок, селфи-шмурон, ром, трусы. Пеклон. Сколько процентов? 52. Мальки сыграли, с центра все вышли. Через кружок. Кружок замедлить. Ускорение 2 секунды. Трусы замедлить. В трусы играем. В трусы, блин. Пиздец. Блядь, не видите трусы, что улетают? Вот тебе и лужа. Встали в звездочку. Сколько процентов? 48. Давайте эти ваки надо еще застанет. Через кружок играем. Осквернение 1 секунды, перед вальками не стоять. Кружок замедлить. Видели, что Джерин? Это пиздец. Гусяра, блять. Падаем. Пиздец. Сколько хилов? Да подожди, сколько хилов? Я не хочу так бить. Падаем. Дима, Дима. Что я поделаю, там череда была. А нахуй ты череду-то наюзываешь на воду? Пиздец ты. Просто, ну, как бы сказал Джерин, ты еблан. Ты мудак. Черника, зачем были Лока, которого схватила Вальки? Я пока писала, но не успела вообще. Почему ты стоишь в центре, если ты Лок? Тебя просто не понимаю. По привычке. Ааа, блядь, что это? Это топ Джерри. Бля, Джерин, что он делает? Там череда была на вальках, я там не контролировал. Да никакой Рога не юзает череду наличия вообще на вальках. Блять, можно, пожалуйста, нахуй мне снять ГП, а Джерин получит на какого-то другого перса ГП. Поздно самого. Да пизду я тогда удаляю персонажа и больше не буду играть нахуй. Я хожу только ради этой ебучей чешки нахуй. Я накопил ПР и Джерри он мне просто слил, блядь. Я хожу, не слакаю даже, блядь. Выполняю команды Бибопа нахуй, которые не хочу делать и пиздец. Ну, весь мой ПР просто в говно. Будет 300. Да бля, Бибоп. Пусть что просто он ЕП на другого чара получит, все. Но он все равно ничего не ролит весь рейд, по факту. Прессайтесь. Удалю чешку, но хотя бы не ролите самого на чешку. ПР сейчас я подниму. Так не надо было привязывать чара к Джейрону. Да я ж, блядь, не думаю, что он играть вообще будет, нахуй. Он съебался на X5, блядь. Богдан, ты можешь спик сделать? Сейчас одна валя. Давай. Сейчас одна валя просто улетела. Ну что-то бить. А, было уже проблем. Ну потому что Энха схватила. Либо он не поставил тотем. Каток не разлили нормально. Ну да, один хант ставит в начале, другой на ход. Очень сложно. Да ее бить перестали, я не добиваю. Я уже портанулся. Давайте шкаф. Что все больше и больше понимаю, Джерин. Понятное дело. Оптимус метки не стоит. Ты мне, пожалуйста, на ханта ГП. Навара. Напал. У
понимаешь, что это будет нечестно по отношению ко всем тем людям, которые ГП и в этом рейде получали, и в других? Какая разница? Большая. Давайте шкаф ставим. Последние вальки оставались. Там же вроде пекла оставалось, можно было добить спокойно. И что дальше? Теря 10 минут надеяться на то, что они захилят без ДЦ. А, да, Мисао, спикнись, пожалуйста, в ДЦ. Сейчас я тебе панельку раскидаю обратно. Реально, блин, так рейд проседает, и я еще не успеваю хилить и релить, и рейд проседает. Наверное, Эрдру. Ну да, Эрдру так хилит наравне со мной. Чек на бафы. Кому какие бафы? Раздавайте быстрее. Мне все. Давайте все бафы. Да, но тебе пока не надо ничего ставить. Первый пост. Папа. Все. Чек на бо. А что ты не станешь вам? Понял. Почему, почему Роги станет вальки парной, если в рейде 3-1? Это для моего удобства, чтобы я потом каждый раз не говорил ники по новой, кого вы что станете. А станете только вы, потому что у вас КД 20 секунд. Если вас кого-то хватает, я точно знаю, у кого нет КД на стан, а у кого есть КД на стан. И как можно оперативно застанить вальку, которая несет человека, который станет. Ты все. Ну, Рога, если что, не сразу станет вальку, а паладин сразу. Да, не страшно. Страшно это, когда кого-то хватает вальки, а я уже не знаю, у кого КД есть, у кого нет, и вообще могу запутаться. Вот это страшно. И мне никто не поможет еще разобраться. Страшно, когда поехал в незнакомый город с друзьями, а они повели тебя в этот гейк. А их? Нет, а их? Не знаю, они пропали. Давайте. Кто-то есть на замену еще? Человек уходит. Может, дом Орн есть. Можно он поможет. Давайте, вы видели, кто так разливает лужи, 500 ГП. Не стыд, в метке будет тоже ГП. Не, ну было красиво, согласитесь. Да. Думал, отойдет хотя бы влево. Череда, какой влево? Можно не прижимать. О, сейчас нормально, рейд не проседает. Перебежали. Чума 3 секунды. Керс, чума. Ловушка на РДД.
Мелики ловушка. Чума, одна секунда. Писал. Ловушка РДД. Ивент Иннер мне. Ловушка, смотрим. РДД ловушка. Чума, 2 секунды. Черничка, чума. РДД ловушка. Стали звезду. Зендрот, хилы, что вы там делаете? Вы только хуже этим делаете. Чума, 1 секунда, селфиш, урон выноси, все, теперь на край. Здорово, чума, здорово, чума. О, кто там? Блядь, диспейлер. На край все. Чендлер, подними, здорово. Так, у нас один ретрик, рейди, бейте, взрыв разум, истерика, гимна ману. Ставлю тотем. Войт, Иннер, мне, Чендлер, Айзен, Рута. Этот ретрик улетел на ловушке, да? Да. Да. Ну, тебе и стан. Мне в мишку покрыть, попрыгать, останется. Нет. Звездопад Б2 лучше отдавай. Давайте сильнее духа. Шарик в центре слить. Баф магу, кстати. Каску, пистобаф, лапа. Жоп его, ручка, ром, селфиш, марон, трусы, уклонский. Тео валь. Диплом встань, кружок. Кружок замедлить. С центра все вышли, 5 секунд осквернения, аркасия осквернения. На другую сторону переходим. Так, кружок, криворучка, ромб, селфиш, ворон, трусы, поклонский. Первая валька, мы разбегаемся к трону. Так, станем вальки, пробуем, разбежались. Керс, отбегай. Молодец. Играем в кружок. Все, играем в лича. Там болото схватило, что ли? Да. Жаль. Хотел проверить ваши скиллы. Так, осквернение, потом в центр идем. 5 секунд осквернения. 3, 2, 1. Ардиор, давайте звездочку. Становимся как на первых вальках. Кружок, криворучка, ром, салфиш, марон, трусы, поклон. Так, опять лока. Играйте кружок, трусы. Трус, кружок замедлил. Сквернение 5 секунд. Трусы добить, с центра выйти. С центра выйти, осквернение на друиде. Опять звезду становимся. Ну, звезду, точнее, под лича, сейчас звезда подлезет. У меня процентаж уже есть. 6. Кружок, криворучка, ромбик, селфиш, марон, трусы, поклон.
Этих валь нужно убить. Потом переводим лича. Опять лог. С центра вышли, перед валькой не стоять. Ромб играем. Селфиш Мурон. Это было опасно. Вдруг бы не сработало. Сюда бить. Так же кошек, это 100% штука. Не, она нивелирует шанс неудачи. На край. Все на край. Так, я чешку не прожимаю. Оптимус гимномана. А, Айзенот есть гим... О, этот тотем. Ставь тотем, если есть. Нет. Инвент, Иннер мне. Два Ферала, Иннер Айзентроту. Айзенроту. Бьем второго духа. Второго духа. Дух в рейде следующего духа. Так, звездопады оставляем на комнату и сушение на комнату. Следующего духа играем. Шарик в центре убить. Вдотать лича и вдотать духов. Гурец молодец. Хорошо, что я захилю, правда? Давайте звезду. Дух стаи включай. Побежали. Далеко бежим, я хилю. Ты включай по КД. Не отключай его никогда. Давай, Сакру. Пиздец, блядь, как? Читка не было. Под баблами сейчас прожметесь и заберите лича. Пожалуйста, сделайте. Сейчас осквернение должно быть. Ивин, поднимай енота наркота. Енот наркот, поднимай здорово. Нет, диплома поднимай. Енот наркот, подними диплома. Чендлер, подними здорово. Ты мог туда. Бойт, поднимай туда здорово. Сквернение Мелизона. Звезде отходим. Есть БР, здорово. Вставай, и все к звезде отходим. Фулл баф по рейду, крестобаф лапами. Интеллект. Паладины по магам, по друидам. Кто еще есть БР? А, я понял. Присты, значит, совы слакают. Играйте, убейте духов. Нет, у меня БР, я имата поднял. Да, дух стаи профит надо давать, когда я ШП играю, походу. Побежали дальше. Сейчас мы выйдем, хлопнем духом. Я поставлю тотем на ману, а Мисао, ты спишь гим на ману. Хорошо? Уже пела. Ну зачем ты без команды поешь? Побежали. Потому что у меня вообще ноль маны было. Ну я знаю, что у тебя ноль маны. У тебя и сейчас ноль маны. Кого еще из гимноман? Бейте взрывом разума, кстати, присты. Истерика гимноман есть? Давай, гимн, ставлю ты там. Убежали.
Лучше потерпеть, чтобы потом было фул мана, чем страдать, не сбой. Осквернение 3 секунды, миллизон. О, Джерри. О, повезло. Но это было близко. Все выдохнули, да? Ну, было бы... Да, нет, сейчас было бы в миллизоне вайпы на бастилямах. Я бы пошел спать. Давайте к звезде отходим. Там у самогона QR10 был. Бля, там была череда, а в череде нельзя нажимать ваниш. Давайте. Я на дорогу буду никогда не кинуться. И все. Ладно, наверное, убирать дух стаи, раз тут духи доходят до рейда. Бежали так. Бля, впереди две бомбы. Давайте вот так. Оп. Побежали далеко. Стоим здесь. Духи спустились к звезде. Идем в миллизону искоренения. Один дух прорвался в рейд. Все, стоим, добиваем так еще. У нас осквернение сейчас еще будет одна секунда. Нет. Так, Мисао, ты по на этого персонажа получаешь, верно? Ну да. Хорошо. Кто был только с Синдри? Я понял.